не меньше 3 километров пробегать. Расстояние можешь примерно прикинуть, если стандартный стадион, то это 4 километра. Да, 3000 метров. Ерунда какая. Это для участников велопробега «Сердце километры» уже не дистанция. Несколько месяцев ребята усиленно тренируются и готовы практически полететь в космос. Так, у вас как, несмотря на опыт? Сначала бег 200 метров, а потом по трассе еще целый час. Подготовка к грандиозному велопробегу подходит к своему логическому завершению. Напомню, команде нужно преодолеть 740 километров. У участников осталось 3 недели, и жалеть себя они не намерены. Ребята выполняют и даже перевыполняют требования своего строгого тренера-триатлониста. Но Владимир Гусенко не столько строгий, сколько мудрый. Он на всякий случай подсказывает воспитанникам маленькие хитрости. Там же можно где-то проехать на автобусе, где-то предложить товарищу проехать свой этап. Я думаю, что это возможно. Но этими советами участники велопробега вряд ли воспользуются, уверена инструктор детского дома Анна Паршикова. Они рвутся на эти тренировки, прям с удовольствием едут. Но также они катаются в детском доме, я им отрываю велосипеды, они катаются там по территории. Они как бы всю жизнь катались на велосипеде, им ничего не надо, кроме велосипеда. Напомню, грандиозный праздник добра и спорта велопробег «Сердце километра» стартует 16 июня. Его участники намерены все свои силы потратить на то, чтобы в нашем крае не осталось ни одного воспитанника детского дома. Специально для этого у них заготовлена культурная программа. Какая? Следите за нашими выпусками, мы обязательно расскажем. При поддержке компании «Красцветмет».